поводу у политиков. Понимаете? Ведь мы пытались, я понимаю, что спорт это тоже большая политика, но я считаю, что МОК должен быть целостной организацией. Он должен преследовать принципы олимпизма. И не больше. Ни у американцев, ни у кого. Да. МОК это отдельное государство. Независимое. Так же, как нужно создавать независимую ВАДу, где не только американцы и англичане, должен быть представитель ведущих стран и Китая, и России, и Германии, все, понимаете? Создать независимую, чтобы они не подчинялись никому, чтобы достоверные были пробы и все прочее. И такое же надо создать в национальных странах, и в Китае, и в России. Была РУСАДА, организуйте так, чтобы никто, как говорят у нас по-русски, комар носа не подточил, понимаете? Никаких